Добрый Добрый день. день. Добрый день. Вам видно меня? Я вижу вас. А вы меня видите? Да, все хорошо. Добрый день, Игнат Тихонович. Я вот Добрый. Спустя неделю вам звоню. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, нет, не против. Я слушаю вас, говорите, пожалуйста. Ну, у меня вопрос-то один, но перед этим я хотел вот что сказать. Как бы я очень много смотрю роликов с вами последние, ну не только последнее время, а вообще уже начиная с 2013 года. Вот. И часто вот слышу, ну, такую критику, например, вот от Максима Степаненко в том, что, ну, вы, например, часто повторяетесь. Вот. И мне бы хотелось небольшое слово сказать как бы в защиту, потому что я уже столкнулся не только, а вот то, что здесь как бы идет обвинение в повторе, а в том, что часто, например, на Фейсбуке там иногда вижу священника, и вот Великим постом они вот жалуются, что вот без конца идет повтор одного и того же отрывка из Евангелия, повтора, ну, каких-то элементов, и они, ну, как им это тяжело, как они это устают, что повторяется. Вот. И у одного писателя христианского, английского, я такие слова замечательные нашел. Он говорит, что повторения свойственны природе и свойственны сильным детям. То есть вот ребенок топочет ножкой, он не устает. Он повторяет одну и ту же фразу и не устает, в то время, когда взрослый валится с ног. То есть вот посмотрите, какая интересная мысль. У вас вот, вы цельная личность, у вас, ну как бы, вы всю жизнь отдали одной цели. И поэтому нет ничего удивительного в том, что вы как бы, вот как ребенок, твердите одно и то же, и весь мир валится с ног рядом с вами. Вот. А вам это нормально. Вот. И поэтому я считаю, что, ну, вот, то, что у вас где-то там повторяется или еще что-то, это совершенно нормально. Вот. А какие-то попытки вас как-то переделать или что-то, ну, мне кажется, это совершенно... Я вот слушал вашу беседу с отцом Александром Менем, она 86-го года, кажется, ну, я могу путать. Но вот какой вы в 86-м году, какой вы сейчас, совершенно вы утвердившийся человек, поэтому, ну, тут, по-моему, совершенно очевидно, что как-то где-то вас менять, это вообще никак, никуда это не годится, и это бессмысленное занятие. Вот. Вас надо воспринимать таким, какой вы есть, радоваться тому, что вы такой есть, и брать пользу от того, что есть. Вот это такое мое мнение, как бы слово, ну, не то, что в защиту вас, а тем, кто, ну, вот часто вот смотришь ролики, и часто вот прямо вот как будто вот не могут они, чтобы вот вас как-то не уколоть, не задеть, где-то не подковырнуть. Вот, я считаю это совершенно. Но если ты считаешь, что вот где-то Игнатий Тихонович не прав, ну, встань, помолись. Помолись, а не вот зачем ты лезешь с этими обвинениями. Вот, ну, это первое. А второе, это я буквально хотел немножко спросить. Вот в одном ролике с женщиной из Германии, по-моему, да, из Германии, вы в самом конце с ней говорили о том, что найдены были какие-то кассеты с записями, ну, различных каких-то бесед, каких-то лекций. И вы говорили, что там очень много такого экзотического материала. Но на сайте, ну, на канале это сложно найти. Вот. Я хотел спросить, как это найти, под какими номерами, потому что я искал, я никак не смог это найти. Ну, вначале о повторах. Люди-то разные приходят. Вот стоит милиционер, его спрашивают об одной и той же улице. И он тут дежурит 30 лет, и 30 лет он повторяет. Он новый для всех. А что он должен отвечать теперь? Его спрашивают, как пройти на Московское, он будет на Витебскую показывать. В Слове Божьем мы видим иногда три евангелиста, Матфей, Марк, Лука, пишут одно и то же. И церковь все принимает это. Там некоторые маленькие различия. Я-то говорю не по бумажке, и поэтому каждый раз, отвечая на этот вопрос, я что-то добавляю современное, более близкое к тому человеку. У меня не просто материал, у меня энциклопедия на каждый вопрос. Вот если откроете наш сайт, там 4124 ответа. Это сохранившиеся 4000. Я одновременно вел занятия в 5 университетах,
десятка школ, во всех отделах милиции, в воинских частях, три радиопрограммы веду. Ясное дело, что у меня ни два, ни три человека передо мной. И детский лагерь 45 лет веду, это дети. И как, кому как лучше ответить. Поэтому, а что они недовольны? А у них ничего нет, они ничего не могут показать. Люди-то, которые говорят это-то, я им не могу ничего дать, у них ни лица нету, ни имени, ни фамилии, там аватар, ник придумали. У них даже лица нету, у них биографии никакой нету. А моей биографии снимают государственные фильмы под моим именем и занимают первое место в России на международном киноконкурсе. Я могу показать, как Яков говорит, веру мою из дел моих, а ты покажи веру твою без дел твоих, что ты покажешь, я не к вам говорю. Поэтому я на них не обращаю никакого внимания. Но я работаю с сектантами, со всеми, с разными, и поэтому каждому я вижу, что ему крайне необходимо. Но вопрос один и тот же был. А два одинаковых ответа нету. Их просто, они не понимают этого. Одно слово, не сказанное дополнительно, это уже не та, это уже другое. Один к одному, это когда мы копируем в электронной версии. Теперь о том, что где-то я говорил, там уникальное какое, я не знаю, о чем речь идет. Дело в том, что у меня не два ролика, а 7080 лично мои ролики. Создать столько роликов на самые разные темы, ну, просто нету. Нету. Это ни у Кураева, ни у кого этого нету. Это не 7 роликов, а 7000. Это на любую тему, политическая, экономика. Каких-то вопросов не было. И зарубежные, там и баптисты, и православные, старообрядцы, католики, мусульмане. И на каждый есть ответ. Тем более у меня, меня брать-то голыми руками можно. У меня 38 книг вышло только в печатном виде. Не считая 7 книг еще в электронике выставлены. Это не просто книги, а по 800 страниц. А эти по 752. Поэтому я никак на это не могу реагировать. Они не, к ним не обращаются. Ко мне зачем подкладывать под язык свои слова? Я знаю, как ответить. С ними я не консультируюсь. Тем более я отвечаю согласно, что Библия говорит, что святые отцы на этот же вопрос. Что говорят жития святых и каноны церкви. Вот, по 4 параметрам, пусть они ответят. И плюс современность, все, искусство и поэзия. Допустим, 300 поэтов России за 300 лет я отвечаю. Это 20 тысяч файлов я проворачиваю. Нету ничего в мировой практике этого, нигде нету. А это когда будет оценено? Хотя бы никогда. Я перед Богом стою. И поэтому у меня, я сказал, есть много неопубликованного. Раньше, когда я брал интервью, беседовал в советское время, я ездил с магнитофоном по всей стране. Это у меня лежит в архивах где-то. А это все по плейлистам. На какую тему вам надо, вы точно выразите. Может быть, это в книгах отображено или видеоролик. Я не знаю, о чем речь идет. Психотворение. Нет, Игнатий Тихонович, я напомню, вы общались с женщиной из Америки. Вы в этом ролике обсуждали про Джорданвиль, как вы там были. Вот, и она задавала вопросы, ну вот, как бы вам опубликовать ваши ну, стихи. И ну, вы в течение часа, наверное, общались с ней. А под конец вы сказали, что нашли какие-то кассеты, ну, с записями старые, их оцифровали и выложили на YouTube. Вот. Но там как-то под номерами они, это надо искать. Вы там даже говорили, что про туалет, представьте там, ну, то есть какие-то экзотические вещи. Да, это не экзотические, а когда мы начинали восстанавливать поселок Потеряевка, то магнитофон был один только у старосты деревни, Барабаш Игоря Александровича, кассетный. А там на одной стороне 45 минут. Ну и поэтому он записывал. Сохранилось 123 темы. Я говорил то, что сегодня есть. Они уже все насчитаны и выставлены. Уже все. Мы в этом году закончили их выставлять. Мы а все... вот как их искать? Ну как искать? Их легко искать, наверное. Там зарядить надо. Я сейчас должен посмотреть как. Ну там... название хотя бы. Ну, по темам, слово по темам, Потеряевка. Угу. По темам Потеряевка. Два слова хотя бы зарядить. 123 ролика. Это не два, угу. Не три. 123. И они все разные. Вот какое событие было, допустим, ну, пчелы, рой летел, у меня пчела. Все о пчелах я говорю, что говорит Библия, святые отцы. Инструмент купили, инструмент. Туалет поставили, туалет. Облака, дождь, посадка, гости, дорога. То есть это были... тематические, не так, что по Писанию спрашивали, а конкретно что-то было.
воспоминания, зависть, злоба, смирение, там кто-то что-то с кем-то было, я эту тему разворачиваю. Это не в храме было, я еще не был чтецом. Это на улице собирались, мы сидим, фотографии сохранились. Вот вы сами зарядите, а нет, так я потом заряжу, я найду их. Мы их закончили считать уже в этом году только. 123 проповеди. Все разные. Это не проповеди, как сказать, ну, занятия были. Так, так, минутку, подождите. Говори. Алло. Понятно. Ну, вот так. Вы пока что есть, спрашивайте. А как только мы будем расходиться, я сразу сам поищу и вам скину. Да, еще тогда вот последнее, что хотел спросить, это по поводу, вот вы когда говорили, мне очень понравилось, что вы подвергаете анализу, берете в свою житницу какие-то высказывания, и вот в частности вам очень понравилось выражение Ульянова о том, что наша радость от трудовых побед. Да. Так, минутку. Говори. Говори. Звонят и никого нету. Вот, так по поводу трудовых побед, а вы их, ну, так толковали эту фразу, что все наши плохие состояния, печали, они от того, что вот что-то нехорошо сделано, плохо помолился, плохо потрудился. Да. Вот. А что, если человек, ну, все удовлетворительно сделал, на пятерке сдал, отлично все выполнил, и молился, и все равно вот у него, ну, состояние духа такое нехорошее. Вот какие могут еще быть причины? Нет, причина в этом только. Она в ранешнем. Это самое где-то было впереди. Это называется слово «проблема». Я это слово не употребляю и не хочу слышать. Нерешенный вопрос. У него нерешенный вопрос там остался. Он делает, как сказали, все правильно, а у него там обманутые остались. И это совесть его тревожит. От совести зависит. Это что такое уныние? Уныние святые отцы по-разному толкуют. Я сделал вывод. Уныние от плохо сделанной работы. Когда работа хорошая, я ложусь спать, я вспоминаю день, благодарю Бога, какой счастливый день был, лучше вчерашнего. А у него всегда сегодняшний день хуже вчерашнего. Понятно? У него что-то не выполнено, не получилось. Там с друзьями кто-то отступил. Я все принимаю как данность от Бога. Бог меня испытывает. Он проверяет меня, насколько я духовно возрастаю в нем. Я не за продление жизни не борюсь, нет. У меня этого нету вообще. Я Богу доверяюсь. Каждый день, каждую ночь я готовлюсь уйти из этой жизни. Зачем я живу? Бог его знает. Но вот живу. То есть где-то там позади что-то осталось? Да, какие-то... обязательно так. Обязательно. Пока то там не разрешится каким-то образом, это надо быть рядом. У меня разные люди-то тут тоже рядом. Я начинаю иной раз помогать ему исследовать. А ты вот это было такое, было? Как ты разрешил? Не разрешил? У тебя неразрешенный вопрос, он тебя давит. На тебя кто-то плохо думает. И проще. Бог тебе будет открывать. Ты не я. Бог будет открывать твое сердце. И он откроет твое прошлое там, наяву или во сне. Я только подумал, а с этим человеком связи давно нету. Лет 5 он исчез, священник, хороший был. Я только подумал об этом, гляжу в интернете, он выходит в этот же день. Я говорю, а почему ты вышел? Не знаю, забеспокоился, вас вспомнил. Молитва. Вот живая молитва живому Богу, когда человек живой. У меня это многократно такое было. Вот по интернету, то у меня там 4700 друзей, как виртуальных-то друзей, 17 тысяч фотографий, да еще 7080 роликов. То есть тут есть что взять. Сайт. Там 38,7. Вот считай, сколько там. 43 книги моих. И там фильмы у нас поставлены. И люди отовсюду звонят, спрашивают. И говорят, вот у меня вопрос был. А человек давно уже знаком. И человек не простолюдин. Преподаватель там где-то в университете, в академии. Идем дорогой, говорит, с женой разговариваем. Он говорит, поверь, говорит, вот сейчас Игнатий нам будет отвечать на вопрос. Она говорит, а как? Я не знаю, как, говорит. Вот мы рассуждали, не решили вопрос. Не решили, нет. А у него 1300 моих проповедей. Он приходит, какую же взять? Любую, сунул. И она не сразу открылась, а с того места, где я отвечаю ему на вопрос. Он говорит, как это так? Ну, один бы раз, два, тоже. Ну, почти все время так, говорит. Только подумай, не решается. Слепой буду. Рукой ткнул, включается как раз то. А мне каждый день это люди пишут.
А вы разве знали, что я вам готовил этот вопрос? Я говорю, нет. А как же вы на него отвечаете? Понятия не имею. То есть отвечая, не распечатывая пришедших писем. Это Бог дает такой талант. Я его не распечатываю, а на него отвечаю, а то так и остается. Это было у одного святого такое. Я вот веду занятия в университете. Ну, одна зашла там, потом она все это будет описывать. И вдруг говорит, я услышала ваш голос. Из первой скамейки человек, говорит, почему-то встал и передвинулся дальше. Занятия идут в университете. Я, говорит, села прямо напротив вас. Вы говорили на такую тему, как сейчас помню, и называете. И вдруг на меня посмотрели, перестали говорить и стали отвечать на мои вопросы. 7 вопросов в том порядке, в котором они у меня стояли. Я говорю, понятия не имею, когда это было? Это не человек делает, поэтому миссионерские отделы создать нельзя. Это труд Духа Святого. Дух Святой полагает, и ты просто обязан сказать это. Вот у меня все время ликующее настроение. Кажется, столько бед, а к вечеру я подвяжу итог всего и опять благодарю Бога. Вот сейчас только сообщили неприятное известие, прям неприятное такое. Ну, я сразу на молитву, вот наше лекарство стал. Пошли на благовестие наши сейчас, их задержали там. А когда идут, я спрашиваю, взяли с собой документы? Документы о том, что проверено, закон яровой нас не касается, регистрация от общины, они прошли курс, все. Ну, там какой-то налетел оттуда и разбил аппарат. Теперь вызвали милицию, сейчас в данный момент они разбираются. Я говорю, я предупреждал, когда пошли. Я сказал, никого не подпускайте близко к себе, кто снимает-то. Да вот как-то не смотрел, так сейчас прямо отсюда в магазин новый аппарат мне купите. И для себя покупайте, как надо вам. Мне аппарат, он нужен, я все время при нем был. И тем более я сказал, а что ты, ничего я не знал. Я просто знаю, какие вы бываете, и поэтому вам наказываю, как малым ребятишкам. Мы проехали от Владивостока до Лиссабона, Прибалтику и Скандинавию, чеченские страны, там все эти. И нигде никто не выхватил аппарат. Мы с ним спали, месяцами не были. И люди разные встречались, враждебная, полиция, там милиция. И аппарат целый, вернулись. А это прямо в Барнауле вот тут? Да, в Барнауле сейчас, в данный момент там разборка идет. Вот в данный момент никогда этого не было. А пошли сегодня, я наказываю, что делать? Наказываю. А взяли документы с собой? Да у меня так. И сегодня моя жена решила тоже с ними пойти. Я говорю, ну смотри, документы взяла, взяла. Ну что, она полиции-то показала, все официально. Регистрация, ее отдела юстиции. И здесь у нее закон яровой учитывается нынче как. Православные, там, синодальные Евангелие пошли раздавать. Евангелие. До этого раздавали, там написано по благословению патриарха Кирилла. А сегодня взяли какие-то там, те кончились, другие. Ну и вот такая неприятность. Я на молитву встал. Опять звонят. Я говорю, вопрос решен. Вы забираете, что делаете там, сейчас в магазин направляйтесь. И купите мне новый аппарат. Мне новый. У нас в это воскресенье, 14-го, будет день деревни. 26 лет. Приезжает, видимо, митрополит, патриарший, митрополит местной митрополии. Он всегда приезжает со своими секретарями, семинаристами, с харистами к нам в Потеряевку. А это не близко, 156 километров ему ехать. Ну, вы в интернете видели, какие встречи. Вот. Ну и поэтому я должен быть там, съемки будем вести, потом выставим. Он всегда просит сказать проповедь, там за столом, когда сидят, я говорю. Так. Геннадий Тихонович, а вот когда примерно вы выложите, ну, какие-то материалы по поводу, вот, что там камеру разбили? Я не знаю, как, вот я с вами говорю, вот материал, я-то там не был. Я, когда они придут, я их записать должен. А что записать? А сначала пусть аппарат купят. Угу. Аппарата-то нет. Второй аппарат, который был, приехал хозяин, он увез его там где-то снимать в другом месте. Третий там снимают Потеряевки. То есть у нас не один аппарат. Ну, вот такая неприятность сегодня и... Ну, я еще помолился, на душе спокойно. Мы ни в чем не виноваты, никого не обидели. Да он какой-то дурной с Украины или кто. Мне зачем знать, кто он и какой, с Камчатки приехал или откуда. Вы не пободрствовали. У меня шторки, что были закрыты, дверь всегда заперта. Я смотрю, у меня есть наружное наблюдение, я вижу, по телефону переговорил. Ну, надо смотреть маленько. Бог допустит, ты ничего не сделаешь. Но у меня за всю жизнь, где бы я ни ездил, ни одного рубля никто не своровал. Я лишнего не беру, все в тайный карман, застегнуто и при себе. А тут приходит, прорезали, не видели. Как же ты так ехал-то?
Ну, а мне-то 70, вот 10 июня 78 будет. Это же я не 2 дня живу. Зачем вы так живете? Вот. Вот начинает говорить, а я все приравниваю к себе. Вот говорят, там Евгения Родионов, там голову отрезали, его канонизировать надо. В армии так сейчас вокруг него толкутся. Вот он такой-то был, мать нашла его, и у него крестик был, на нем голову отрезали, на шее крестик. Да не может он держаться. Но я написал, у меня ответ есть даже в моих книгах. А почему? Их было 4 там, допустим, 4. Они сидели... Я читал это, читал. Как я отвечаю, считали? Да, и смотрел в ролике, как вы с Никитой говорили, вы про это рассказывали. Ну вот и все. Я служил в армии. Я сначала обойду, в ракетных войсках служил, потом в морфлоте. Да. Я обойду все, все запечатаю на взводе. Ну и на стрельбищах у меня 199, 100 или 99. Все знали, как я стреляю. И я сказал, стрелять там предупреждение. Я никогда не буду давать предупреждение. Я вас сначала посеку и буду ждать вас. Он пролез через проволоку, это враг. Мне государство доверило охранять объекты, а я буду стрелять кого-то вверх. А они тут с девками-то пропутляются, сидят да блудят, что попало. И эти 4, я говорю, как они были, вы же знаете, я сказал, я бы выкопал сначала окопы, по-разному рассадил, а один здесь. Я бы этим чеченцам зубы-то прочистил. 4 сидели с автоматами, а эти слышали, как они кричали, а еще кричать-то ночью никто не пойдет. Там 400 метров от них было, где часть-то стоит. Ну... Я просто говорю по себе, я же, если бы я не был в армии, тогда легко, говорит, быть стратегом, видя бой со стороны. Я конкретно говорю, я служил на Камчатке, в таких войсках. И были несчастья, там просмотрели. А у меня все время благодарности, еще и отпуск домой дали съездить. Вот дают отдых, там полдня, на вахту наступать-то. Ну, они балаболят там, я сразу ложусь спать. Я должен бодрствовать. Всегда относиться серьезно. У меня есть Библия. Библию держу я в руках уже 54 года. Я все время ей занимаюсь. А говорят там против, меня не касается это. Что сказать, когда и как? И стоит ли говорить? Это первый вопрос. А не просто так. Вот, еще, Игнатий Тихонович, по поводу миссионерских отделов. Вот, на 95, наверное, процентов я абсолютно с вами согласен в том, что не раз я бывал в этих отделах, и, как правило, это бесконечное распитие чая, сидят на телефоне, только им в основном ничем не занимаются. Но иной раз бывало и так, что видел я в этих отделах действительно горячих людей, которые стремились проповедовать и просвещать как-то людей. Вот как вы считаете, может ли Дух Святой действовать и через миссионерские отделы? Нельзя же его, наверное, ограничить. Не знаю. Сидеть, отвечать – это другое дело. Бог открывает внутренность человека. Они этого понятия даже не имеют. Они жестокосердные. Им не может Бог открываться. Бог любит свободу, где Дух Господень. Дух Господень – там свобода. Павел так пишет. У них свободы нет. Они заглядывают в глаза, там, к окошечку идут, деньги там получают, что такое. И по кучей. Миссионеры только 2 могут быть. 3, нету, 2, по 2. Это 2, это миссия. 70 человек Бог, Господь разделил по 2. Кирилл и Мефодий идут 2. И куда мы не смотрим, везде по 2. Они даже этого не знают. Миссия – это дело Духа Святого. Это дело неграмоты. Благовестие они могут благовествовать, но это не миссия. Я сказал, проповедовать. Гитлер проповедник был. Там Фидель Кастро, Керенский – это хорошие проповедники своей идеи. А благовествовать только о Христе рассказать. А миссионерство, я не знаю, у меня они не встречаются, такие люди. Я где-то встречал, может, редко начинаешь говорить, у нас все сходится с ним. Дух Святой покажет тебе, где ты должен и когда открыть уста, что сказать, по какой теме. Бог открывает, они этого даже не знают. Они вот, ну, если они учатся у Дворкина, чему он может научиться? Злодейству. Но... Я, конечно, больше всего встречался с тем, что в этих так называемых отделах люди, которые горелись и стремились нести как-то Слово Божие, они один раз получат по рукам, второй, третий, и потом уже все, они... Ну, что вы тут, мол, разводите всякую, ну, деятельность? Нечем вам заниматься, что ли? И раз, два, три получили, и потом они совсем охладевали, эти, выгорали эти люди, и все. Очень жалко. Я знаю про это все. И поэтому миссионерские отделы – это выдумка не Божья. Это от другой стороны.
Отдела не может быть. Христос не создавал, апостолы не создавали. Они шли и проповедовали. И знали, куда идти. Дух Святой не допустил им миссию, Павел говорит. Попробовали другое место. И тогда уже на третий раз явился видение, видение. Македонянин говорит, приди и помоги нам. А сегодня видение, икона, мощи, это разное совсем. Дух Святой. Почему апостол Павел говорит, деяния апостолов, правильно назвать не деяния апостолов, а деяния Духа Святого. Вот и все. Да вообще, мне кажется, слово «отдел» настолько казенное, что вот даже вот отдел по работе с молодежью, я называю по борьбе с молодежью. И вот сейчас, когда произошло массовое это разделение епархий, ну, разделили там на много-много-много, то эти отделы в три раза их увеличился, то есть, представьте, в три раза разросся вот этот бюрократический аппарат, кормушка. И, ну, какой-то жизни там найти в этом, в этих отделах, это заблудиться, как в лабиринте в каком-то. Я их знаю. Дело в том, что они на меня выходят иногда. Вот это Божья воля, сам Сарион, Фонтео назывался. Тут выходят разные там дулевищи. Они все одинаковые. Там миссионерский отдел из Томска. Я, ну, просто, я ничего не имею, просто называю, которые нападали больше всего. У них ничего нету. Он не может понять даже, о чем речь идет. Они страшно злобные. Они непростительные, мстительные. Хамье, как правило, хамье. Как пишет Степаненко, они, говорят, щенки. Щенки, на кого лают? Говорит, Лапкину, говорит, годятся во внуки. И они ничего этого не понимают. У них человеческого нет. Не говорят там о Духа Святого. Это они нигде ничего не видели, не знают. Я вот говорю, чтобы понятно было. Я спрашиваю, вот отец Глеб Якунин 7 лет отсидел. Как люди, 7 лет почти сидел отец Дмитрий Дудко, Зоя Крахманникова, Александр Огородников, то есть такими знатными каторжанами. Ни у кого не было, как у меня. Даже они не слыхали про это. Чтобы охранники приходили, открывали камеру и слушали. Не знаем, говорят. Я говорю, а у меня это обычно. А как это может быть? Я откуда знаю, как? Я только в камеру зашел, перекрестился. Мир вам! Все, тут кто главный пахан подойдет и сразу меня спрашивает, где вам лучше будет. И сразу начинается уже отыскивать, кто не курит. Человека три найдется, вымыть руки. У меня с собой Новый Завет. Он считает, с 8 до 10 начинается занятие. В этот же первый день в камере. Ни у кого не было. День у меня разбит часов, это частей на 5. По полтора часа я молюсь. Больше 1000 поклонов. Новый Завет за неделю, псалтырь за 2 дня. 2 дня по новому псалтырь просчитываю. У меня по-другому все было. Вот я говорю, в Ташкенте привезли там на 2 дня пересыльное. Ну и на утро спрашивают, отец, вот вчера мы ночью молились, 7 человек на колени с вами становились рядом, сзади. Можно мы тоже с вами молиться будем? Я никого не звал. Это даже никто не слышал про это. Вот как Бог делает. У меня начальник тюрьмы меня постоянно вызывал, умер по-христиански. Следователь, который вел мое дело. Принял крещение с полным погружением. А вот последний, наверное, вопрос, Игнатий Тихонович, по поводу, ну вот, вот если сравнить ваши отношения, вот они же современники были, Брянчанинов и Феофан Затворник, вот, то, ну, кому у вас больше симпатии? Они же даже спорили между собой. Ну, Игнатий-то Брянчанинов раньше жил, они не одновременно жили. Ну как, они переписывались даже? Ну, переписывались, но старше. Он, ну да. Понятно. Если пишет в 1861 году Феофан Затворник, его труды подписаны. А Игнатий Брянчанинов, это более ранний период-то. Это современники Пушкина, как этот. Ну вот кому? Игнатий Брянчанинов, это надуманная канонизация. У него ничего нету. Совершенно нету. А вот его, это вот при мне было, какие годы, лет 30 назад его, он пересказывает определенные там жития святых, и ездил, он видел, да, а выхода он никакого не видел. 1275 монастырей было, а это перед революцией. А он говорит, едва ли есть 5 там или 4, где духовная жизнь теплится. Больше он ничего не видел. А Феофан Затворник, у него толкование есть, даже толкование есть. И он видел обстановку эту. Но сказать, кому больше, как, ну, конечно, мне ближе Феофан Затворник. Он о русском языке говорил правильно. Я по моментам где беру.
У Игнатия Брянчанинова, я на него ссылаюсь в своих книгах, ну, только о том, где он говорил, какой сегодня век, и как люди ведут себя, и что монашество кончилось, это он говорил еще, монашество кончилось. А Феофан Затворник говорил, поколение много, два, и православие в России исчезнет. В общем-то, сходно говорили. Но мне ближе Феофан Затворник. Я просто запомнил их переписку, такую полемику, где Игнатий доказывал, что ангелы имеют телесную природу, а Феофан, напротив, ему доказывал, что природа ангелов, она духовная. Вот мне вот это запомнилось. А вот по поводу слов Феофана Затворника о том, что еще одно-два поколения и православие закончится, не говорил ли он это про вот этот, ну, коммунистический режим, который пришел как раз спустя вот два поколения? Не о коммунистическом режиме, а что при нем это кончится, не знаю. Но тут только два варианта. Первое. Мы видим, что православие есть, это значит, он был лжепророк. А если он говорил и не лжепророк, значит, тогда говорил не о таком православии, какое мы видим. Вот и все. Вариантов только два. Но вернее всего, я полагаю так, что он имел в виду православие истины, какое должно быть. А сегодня-то мы видим, что даже говорить не о чем. Люди приходят, уходят, торгуют, а сейчас о торговле вдруг заговорили. Купели начали строить, а я полвека об этом кричал, стучал. Везде архиереям рассылал материалы. Они не хотят работать, они не рожденные свыше. Я говорю о большинстве. И поэтому всякие пакости, о чем Андрей Кураев пишет, и мерзость одна. А я вот, Игнатий Тихонович, я не знаю, как вот... Ну, как вот, например, священнику доказать, что, ну, он причем, например, вот хороший священник, он ратует за полное погружение и сам крестит полным погружением, вот, и, ну, вот, то есть такой, чтобы вот бесплатно. Еще не знаю. Что-то покрутилось, а потом опять фотография. Ну, вот, увидишь как. А нет, вот, все. Все же мы добились. Ну, слава Богу. Слава Богу. Я вот, значит, выписал что-то как-то эхо почему-то какое-то. 5 вопросов. И, ну, я скажу 2 слова, как я вышел-то на вас. Я искал этот «Архипелаг ГУЛАГ» в аудио-варианте. Я работал кочегаркой, и чтобы мне... Ну, слушал аудиокниги всякие разные, много. И когда я стал, есть такой сайт RuTracker, там я прочитал историю, как это все начитывалось. Меня это очень как-то заинтересовало. Нарисовалась такая картинка, что чуть ли не как вот однокашница у Женицына там это записывал и распространял. Думаю, надо же, как это интересно. И потом это имя ваше где-то ввел, вышел на канал, и это было в 2013 году. Стал смотреть, книги скачал. Вот. Сам я из Вятки. Ну, Киров. Киров, Вятка сейчас. Хотят вроде как переименовывать, но для меня Вятка все равно это. Потому что в Москве где-то спросят, ты откуда? Говоришь, из Кирова, никто не знает. А говоришь, из Вятки, все сразу знают. Что я сразу спрошу, это скажу, всегда так принято у нас. Вы не против, что мы сейчас записываем и в интернет выставляем, в эту запись нашу? Нет, конечно, не против. Вот я каждый раз обязан спросить. Все с Богом. Говорите. А что там было написано, где архипелаг ГУЛАГ увидели? Об авторе. А там было написано то, что ну, у вас уже переначитывать все это, уже нету здоровья. И вы, вас там морозили, и что голос уже не тот, и зрение не то. Ну и очень большой там был такой текст, причем я вот даже сейчас, наверное, секунду, если подождете, я найду и это кусочек зачитаю. Там потому что кто-то раздает, это ведь явно не вы раздаете, сайт такой есть, RuTracker называется. Я не знаю такого сайта. Он такой, миллионы там людей. И вот на этом сайте, так вот, сейчас секунду, вот смотрите, вбил в поиске архипелаг ГУЛАГ MP3, и вот смотрите, автор озвучки Лапкин Игнатий, то есть из, вот здесь есть еще Терновский, Гармаш,
А остальные три раздачи с вашим авторством. Ну, с вашей озвучкой. И вот тут что написано. Сейчас, секунду. Это, наверное, взяли они с вашего сайта. Да. Потому что... Вот. Лапкин Игнатий Кирханович. Почему-то здесь написано, что вы протоиерей. Это брат у меня, протоиерей Аким. Нет, а тут прямо на вас написано, ну, что звание протоиерей, да. Но мы духовно все равно, говорит, мы из священнодействия слова ведем, Павел говорит. Да, соль мира. Да. А, вот, из комментариев. Так, нет. Ну, в общем, так, вот сейчас последнюю еще проверю, потому что тут три. Они с разным качеством и разное весят. Ну, разный у них объем. Ну, короче, вот здесь вот это и есть текст. Здесь написано о вас. Так. Ну, здесь большой текст. Вот это, наверное, взято из этой, для Слова Божия, не туз. Как вы обратились. Угу. Вот. Да, как вы патриарху Пимену писали. Да. Ну вот тут справка такая, биография. Я могу ссылку вам сейчас скину. Да ладно. Мне интересно, про архипелаг ГУЛАГ, что они тут пишут? А, ну вот про архипелаг ГУЛАГ тут такая рецензия небольшая. Вот. Солженицын между 58 и 67 годами стал основной частью потока документальной литературы после сталинскую эпоху. Послесловие к этому произведению автор признал эту книгу писать бы мне одному, а раздавать бы главу знающим людям. Архипелаг ГУЛАГ – это историческое исследование Солженицына о советской репрессивной системе в периоды с 18 по 56 годы. Но тут ничего, кроме как википедийная справка-то, ничего, никакой идеологической тут нету. Там именно меня интересует то, что касается моей начитки. Так. Какой объем? Как насчитывалось, как хранилось? Вот вы знаете, я когда это 4 года назад-то смотрел, я это видел. А сейчас почему-то убрали они или что ли, я почему-то сейчас это пропало. Там прямо было написано, как объем, как вы это начитывали, как это все, ну, как это сложно-то было. Да. Вот, а сейчас почему-то я что-то не вижу. Тот пропал, который на магнитофоне были. Это второй раз, вернувшись уже из лагеря, я насчитал теперь уже на компьютер. Теперь чисто. А там они вот, меня портили. Вот, Игнатий Тихонович, нашел. Прошу, не судите диктора. И дальше написано. Игнатий Тихонович Лапкина, бывшего узника. Вот что о нем можно прочесть. Самое лучшее, что можно сделать для улучшения качества звука, это начитать книги заново. Я к этому не способен. 10 июня 2009 года мне исполняется 70 лет. Есть 4 причины, мешающие переначитыванию этих книг на компьютер. И вот дальше под пунктами. Сильно ослаблено зрение. За 8 лет провел за компьютером около 25 тысяч часов. Испорчены бронхи, голосовые связки в морозилках тюрьмы. Не хватает зубов, шепелявлю. Слабослышащий. Диктор должен хорошо слышать свой голос. Я сделал все, что мог. Обращаюсь ко всем слушателям. Поищите новых тружеников, переначитать данную фонотеку. И вот, как бы, это я, когда прочитал, и меня заинтересовала вот эта информация. Угу. Понятно. Нашел я ее. Это с нашего сайта. Правильно. Да. Я вот даже скину все-таки вам ссылку, вы, может, хоть посмотрите. Нет, я сайт. Не буду, не надо, не тратьтесь, давайте ваши вопросы. Ну ладно, хорошо. Так, вот один-то вопрос я уже задавал тогда, отец Яким сидел, и вы как бы, ну, ушли, ну не то, что ушли от ответа, вроде как вопрос про священника, пусть священник и отвечает. Ну да. Вот. А у меня потом еще такой вопрос появился. Вопрос-то был, чем священник отличается от мирянина? И вот отец Яким в прошлой беседе сказал, что только повышенной ответственностью перед Богом. Да. Однако, вот если посчитать даже, сколько в году недель, это примерно 48 недель. То есть 48 воскресений, не считая праздник Иду на 10. То есть 50
раз в году отец Яким примерно причащается раз в году. В то время как мне известно, что ну, в вашей общине не приветствуется причащение более 4 раз в год. Таким образом, получается, что священник отличается еще и возможностью частого причащения. То есть вот так выходит. Отличается, а иначе ему вот служить это нельзя. Это у него вынужденное. Вынужденное. Конечно. Но ведь все равно он нельзя же сказать, что он недостойно подходит 50 нет, раз. Нельзя, нельзя. Тем более у нас это он очень строго все высчитывает и живет достойно. Угу. Благочестиво. Ну и, наверное, Господь еще особую какую-то благодать священству дает, чтобы это все выдержать-то. Ну, это уже как Бог даст. Меня спрашивают, что дает священнику. Допустим, вот я знал его, и, как правило, больше надменности. Да. Больше суемудрия. Как говорят, большая часть погибает, Златоуст говорит. Да. А, значит, Тихоныч, тогда сразу второй вопрос. Вот это по поводу, часто вы упоминаете патрологию Мини. Да. Вот я ее в интернете искал и нигде не мог найти никакой информации, хотя бы о переводе. Вы где, ну как бы, вы, наверное, вы поскольку немецкий знаете, вы, наверное, на немецком ее читали? Нет, в русском языке все это. Это перевод. Туда входят все святые отцы. А где оно есть? Я вот в интернете не мог найти. Ну, вы Златоуста берите по порядку. 12 томов Златоуста. Ну, Златоуста у меня есть. Там просто вот греческих томов видите, 160. Ко мне стучаться на изучение Библии. Ладно, пусть без меня обойдутся. Слышал вам? Да, у меня еще 3 вопроса. И давайте решать. Я потом подсоединюсь к ним. Ага. Значит, это все эти тома есть на русском где-то? Да, есть. Перевод Ефрема Сирина. Все это входит в патрологию имения. Понял. Значит, дальше вопрос по поводу, не раз слышал, вы говорили о том, что перевели книгу правил с церковнославянского на русский язык. Да. Это правильно? Правильно. А где, какой том это? Я не мог найти. Какой том из 38 книг? Нет, он туда не входит. Этим я занимался до книг лет, наверное, за 25 раньше. Это для себя я сделал. А потом мне подарили книгу правил митрополит Виталий со своей личной надписью. Это перевод епископа Граббы Григория. И поэтому мне уже никакой нужды не было переиздавать и прочее. А вот очень жалко, потому что в интернете нету даже на русском языке, и в церковных лавках я нигде не встречал, только на славянском все. Нет, книга есть, книга правил, я даже встречал где-то, кажется. Книга правил так и заключается. Ну, надо, значит, тщательно искать, тогда буду знать. Это, книга правил требует очень-очень большого знания жизни. Вот, поэтому я ей занимался не день, не два, а 3 года. Ну, я хотя бы понял, что ее в вашем 38-томнике нету. Нету, она и не была никогда. Понял, я для себя это делал. Я занимался вручную составлением симфонии на неканонические книги. Это огромный труд, даже не выскажешь где-то. Ну, а потом вот с программистами стал знаком, и тогда уже стали мы через компьютер проверять, где пропуски были-то. И поэтому моя симфония на неканонические, которую я издал, составил-то, я так считаю ее. Это лучшая симфония в мире. Самая лучшая. Предыдущие, какие они были, на них канонические 11 книг. Я все их знаю и вижу, все они непрофессионально составлены. В первую очередь, как вот написано, они по падежам, не знаешь, я знаю, допустим, ну, что сказать там, люблю, а там надо не люблю, а любить. Угу. Или еще как-то. Надо было свести все глаголы в один глагол инфинитивной формы. Точно так же в именительный падеж завести все падежи. Это большая была работа проделана, я все-таки осилил это. И поэтому симфония наша с этим учетом. Кроме того, я включил туда 70 с лишним стихов, которых нет в русской православной Библии, синодального перевода. Это 3 книга Ездры, 7 глава. Вот, это брюссельская Библия есть. Кроме того, в симфониях какие были, не было молитвы монастии. Ну и другие там, которые там, главы 13-14 Даниила, у меня все есть.
Самая полная симфония. И все это в алфавитном порядке. И каким шрифтом делать, я это все взял из Вернигородской, которую составляли на канонические книги. У меня со мной рядом жил, ну рядом в комнате одной жил иеромонах, и он был специалист в этом деле. И он приготовил все, шрифты какие там, размеры, как на следующей странице выносится то, что тут кончилось чем. И поэтому симфония, ну, она не имеет. Единственное, что может быть, если передать ее большим шрифтом, большего объема, не добавляя ни одного слова. Да, это, конечно. Я вот пока сейчас на данном этапе мне очень нравится, я пользуюсь симфонией на житие. Да. Очень удобно обращаться к ней. Да. Следующий вопрос, вот еще у меня два их. Вот четвертый вопрос. Как вы считаете, является ли грехом абсолютная уверенность? Вот свойственно ли человеку не подвергать сомнению анализу свои суждения? Ну, если свои суждения, их нужно проверять Словом Божьим. А если ты считаешь Слово Божие абсолютно уверенно, стопроцентное. Ибо все Писание богодухновенно, и писали вы святые Божьи человеки, будучи движимым Духом Святым. Поэтому у меня сайт, форум, мой мир, YouTube, все называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Вот я смотрю, отвечают как на вопросы, там священники, бывают какие-то отвечают. У Осипов там, он говорит, и его на одном месте, говорит, не застанешь. Смирнов говорит, я посмотрел, у меня ссылок из Священного Писания. А это я, а вопрос это отвечал в университетах, на радио. Мне некогда было по словарям лазить. Там мне Бог просто дал память. Я, ну, и знаю, что, о чем говорю. И поэтому уверенность, она в Слове Божьем, не в моих. Кроме того, какое правило? Я как-то сидел в синоде один раз, и там пришли, может, слышали, рассказывал. Люди, которые с обвинением епископа, секретаря. Ну, они вышли, а я просто сижу, занимаюсь книгами. А разговор-то я слышал, хорошо слышал тогда. Я тогда повернулся и владыке говорю, владыка. Так. Говори. Нет, меня не будет сегодня, наверное. Почему плохо-то? У меня идет беседа по скайпу сейчас. Ну ладно, еще вопросы сейчас разберу, и тогда пусть на меня выйдет. Сейчас никак. Важный человек пришел. А! Так, попытки там были купить аппарат мне или нет? Да. Пойти надо обязательно к Гавриилу. Он там хозяин всему этому. Чтобы он... Да, это мне к утру надо сегодня бы. Завтра к утру. Мне события не надо записать, а я записываю только с магнитофоном, с аппаратом. Ты ему скажи, достать надо. Достать. Утром, иначе я просто не выхожу в эфир. Вот. Батюшка сейчас был и сильно недоволен. Как, говорит, они попали в чужой дом-то? Как вы могли на выставку пойти-то, никому не сказали? Я додумал, что вы напротив Марии Ра. Вот какое дело-то. Ни благословения не взяли, такая опасность была. Да ладно, хоть живые вернулись. Отошел. Нет, не сказали. Спросили книги, я дам или нет. Я сказал нет. Я только вот о чем сказал-то. Но он спросил, ну, вообще я даже в мыслях не было, что ваши книги там на ярмарке. Я говорю, нет, оно там не нужно. Вот и все. Он сказал отвлеченно, не то, что вы пойдете. У меня даже в мозгу не шевельнулось ничего. Я не видел этой опасности. Вы ничего не сказали мне. Так, отошел, да? Так. Значит, Игнатий Тихонович, утверждаемся в Слове Божьем и в Писании святых отцов. Да. Да, и если я отвечаю на какой вопрос, я пользуюсь правилами. И вот вышел эти люди-то, а я повернулся к владыке-то и говорю, владыка, а они не правы. Как не правы? Они доказали. Я говорю, да нет, Анкирский собор, правило такое-то, а Ладикийский, говорю, 34-е правило. Он посмотрел, правда, ну-ка зовите тех, которые выше-то, победители-то. Да я, он потом мне говорит, никуда не уходите, у меня, говорит, еще тут жалобщики пришли. Это вы их знаете, правила.
А я даже ничего особенного в этом не вижу. Правила, их всего 719, знать наизусть, думаю, а что это такое? Какой собор, какое правило? Мне просто Бог дал это. И мы тут все вопросы-то разрешили. И вот когда я говорю где-то вот студентам отдельно, это жития святых, я их насчитывал, 12 томов, 1173 жития, 1173 биографии. Я когда отвечаю, я просто цитирую, из какого жития и о какой там теме, о чем говорится. Два тома, 7, 8 у меня именно, я студентам отвечаю на основании житий, новую главу взято Слово Божие. А 26 я отвечал на каждый вопрос, 6 поэтов, России за 300 лет, 300 поэтов, кто что сказал. И у каждого поэта эпиграф, это 26-й том, если вы снимете, ему просто нигде, во всей мировой литературе не было. И моего там ничего нету, это невозможно. Без помощи, я открыто говорю, без Евгения Евтушенко я бы ничего не сделал. То есть мне необходимо было знать, где что находится. Я с ним не встречался. Ну а вот, вот такое дело. Геннадий Тихонович, вы еще нередко слышал, что вы выступали на радио, и вот вы как-то не узнавали, сохранились ли какие-то эти беседы, или может на радиостанции или где-то? Радиостанция ликвидирована. Ее нет. Ничего нету уже. Нет, у меня одна проповедь сохранилась. Она, кажется, вот в эти Потеряевские вошла, 123-я, что ли. Один раз. Дальше ведущий, составитель программы меня называют, и дальше я говорю. Но у меня это было, я вел три программы. Я стоял на первом месте в Алтайском крае по эфирному времени. Коммунисты с ума сходили. Кто он такой? Почему даете? В воскресенье у меня часовая онлайн была передача. Часовая. Каждое воскресенье. Это вообразить нельзя. А другая была и на телевидении еще. А это какие годы? Ну, годы какие там? 90-е. Дальше, да, 90, может быть, 7-го. Вот я домой прихожу. Прихожу прям затемно. Машины стоят какие-то около дома. Я в частном доме. А меня около дверей, гляжу, стоят полковники. Полковники! Там танковых войск, авиации. И меня ждут около дома. А я никто. У меня нет образования. А они знают все. Я сказать, мы, говорит, надумали зафрахтовать самолет, чтобы вас с одной части в другую перекидывать. А зачем? А вот, говорит, у нас сейчас полный кинотеатр, уже договорились. Давайте туда. У нас, говорит, там воинская часть вся. Так меня по коридору, они там среди солдат руками протаскивали. Вот. Даже не выскажешь, у нас район, 5 районов. Это 5 районных отделов милиции. Городской отдел и краевой. И везде все это мной было охвачено. Регулярно вел занятия во всех отделах, в воинских частях, заводы, фабрики, техникумы, школы, университеты, там, институты. Нельзя высказать, где вот я иду, даже сапожная мастерская, я и там проповедовал, дом моды, там КГБ, прокуратура, суды, там ЛТП, везде абсолютно. Даже сказать вот как, нельзя. Вот как жалко, что вот записи пропали, потому что я слышал, у вас брал, ну это видно по еще даже по звуку, что это где-то 90-е, и какой-то корреспондент у вас брал интервью, спрашивал про Потеряевку. Лучников. Да, да, и очень мне понравилось как, потому что, ну вот, отличается, например, от того, какой вы, ну, немного и по голосу, и под как-то, ну, разнообразие. Вот. И жалко, что мало этого сохранилось, таких материалов. Да не записывали, вообще не было магнитофона такого. Я приходил с записями, а там, ну, не всегда была возможность. Это тайна запись была под столом. Ага, понятно. Ну, тогда последний вопрос, чтобы вас не задерживать перед занятиями. Это вот первое послание Коринфянам 9.22. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, немногих. Как вы эти слова понимаете? Я бы хотел спросить, вы найдите мне одного человека, чтобы я с ним познакомился, который усвоил эти строки. Никаких миссионерских отделов тут рядом близко не было. Они бы сразу провоняли. Для всех сделал совсем. Приобрести, по крайней мере, некоторых. Мне Бог дал этот талант. Это не мой. Бог дал. И все знают, я приезжаю к баптистам, меня на кафедру объявляют, православный у нас приехал, и я проповедую на 4 собраниях в один день. Полностью он объявляет и говорит, все, собрание вы ведите. Это вообще неслыханное дело. Это Бог делает так. И поэтому мой опыт, его никуда не приложишь. Я никого не встречал, чтобы так Бог давал. А за что? За то дальше. Поэтому такое поношение идет. Сатана терпеть не может, он лютует. Бог меня наградил этими дарами, и притом я щедро раздавал всегда их.
Вот во все занятия, куда бы я ни приходил, я с полными сумками приходил, Библию, Евангелие приносил. В те времена, когда не было, у меня целый канал был открыт через юг. От баптистов брали. И наши цены чуть не 10 раз дешевле церковных были. Мне кажется, что вот вы действительно, у вас получилось стать всем для всех, потому что вот даже я, например, простой человек, могу взять с вами пообщаться. А где вот там, допустим, Смирнову, Осипу разве позвонишь? Да даже просто какой-нибудь вопрос задать. Нет, нету этого. Они не могут, они рабы. Дух Господень, где Дух Господень, там свобода. Они этого не знают. Свобода не знает. Я живу в свободе. В день, когда я обратился, в это время я учился в высшем мореходном училище. Мне многое Бог дал. Здоровье отличное, заработок. Но я сразу понял, что они мне могут поставить. Вот это вот бросить это, или уколоть. Я сразу все отмел. И меня взять они ни за что не могут. Ну, обрили бороду, она выросла. У меня больше ничего нету. Совершенно нету. И вот когда спрашивают, я покажу, рубашка на мне, это подаренная, вот такой вот щенцы, или как назвать их, подаренные. Вот компьютер это привезли, поставили, кто-то оплачивает. У меня вообще ничего нету. Нету. Просто я вот сейчас вышел, и ничего нету. И в то же время все понимают. Павел говорит, мы нищие, но всех обогащаем. Мы дорогой едем, один протоиерей мне говорит, я читаю эти слова Павла. Я, говорит, не хочу, но я думаю, говорит, это про вас написано. А я говорю, я когда считаю в Библии, ни одного места нет, которое я бы не пережил. Я считаю, как будто это я там был. Это мое. Потому оно запоминается, что оно мне дорогое, родное и близкое. Вот у меня написано Евреям 4:12. Тут написано в храме Слово Божие живо и действенно, живо. То есть оно не умерло. Я сегодня только на это говорил. Вот Бог дает, как вот занятия веду в университете. У нас были без перерыва 2 часа, академические, по 60 минут. И всегда начинали как? С пения молитвы «Отче наш». Ой, это, Царю Небесный, Утешителю. И я вступительное слово по этой молитве пропоем сначала, а я потом начинаю ее разъяснять. Разъясняю 25 минут примерно, это вступление было. И я таких проповедей на одну молитву 60 проповедей сказал. Без повторов. Никаких повторов не было. Вот у меня был здесь игумен Сахаров Кирилл, это около храма Христа Спасителя, который-то. И он, и он все это написал, что Игнатий, он ни в какие рамки не вписывается. Это просто, ну, Бог сделал так и все. Не сравнивать нельзя, ни к какому типу людей нельзя отнести. Я никогда никому не подражал. А просто Бог открывал, и, допустим, вот канон Андрея Крицкого считается в пост, Великий пост. Так это же какой канон, большой-большой, самый, можно сказать, трудный по молению. И что? Да то, что я сразу понял, что его надо так возводить на вторые две ступени. Там помилуй, помилуй, по этому же канону, по этим событиям надо благодарю, благодарю события так поставить. А потом славословие, ангельская песнь. А это для немощных, для оглашенных. И не знает, от чего он написал канон. Я говорю, от того, что как Давид согрешил. Анафему 6-му Вселенскому собору подписал. Тогда же там игумены, и те удивляются. А мы не знали. Ну вот не знали. Правила канонические, начинаю говорить. Они их учили, у них академия. Говорит, а я не знаю, где это написано. Я говорю, у них Кесарийского написано, в книге правил. Почему? Если человек большие слезы проливает, то срок имеет право ему уменьшить на 1/3, но не больше. Если человек немощный, больной, пост может не соблюдать во всей строгости, но с разрешения священника разрешается елей, растительное масло и вино, больше ничего. А ему там молочко, там рыбу, никто не может, прав ни у кого нету на земле, ни у патриарха, ни у кого, нарушить пост. Нарушающий пост отлучается на 2 года, а полос великий. Игнатий Тихонович, вот еще назрел вопрос, пока вот мы говорили, вот... Хороший священник, очень ратует за полное погружение, сам крестит только полным погружением, у него обязательно оглашение идет. Так. Вот, и такой уже опытный священник, но вот когда ему говоришь о том, что вот человека крестили не полным погружением, без оглашения, да еще за деньги, надо перекрещивать? Нет, не надо. Вот они все одинаковые, все одинаковые, поэтому все остальное лукавство. Если надо полное погружение, тогда остальное фальшь, обман.
если он так крестил, крапил или там что-то, его надо извергать из сана, 50 апостольское нет, правило. Нет, 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 Игнатий Тихонович, он-то не крестил, он-то крестит полным. Но вот как а ему зачем, объяснить? Если он будет делать, как надо делать, его сразу уберут, он понимает это. Он видит нож к горлу подставленный. Нет, а как, где ему, какое правило, чтобы сказать, что надо перекрещивать? А перекрещивания никакого нету. Его не было крещения. Что значит перекрещивать? Этого слова нету. Не было, был обман. Человек подходил к окошечку, свет выключили, ему дали деньги. Он мой пришел, свет включил, а там фантики от конфет. Ему надо второй раз получать. Да не было второго, был первый только. Обман. А у Луки Воинственецкого, у него где, вот вы говорили, в какой книге у него написано об этом? Да у меня где-то там выдержки есть где-то, какой книге там это. Или афонские монахи сегодня, они ни во что ставят эти мощения, никакие. И ни один старообрядец не крестил так, чтобы не погружение, ни один баптист, ни один адвентист. Это... И никогда этого не было, безумия этого. Крещение понимаю, переводится погружение, другого перевода нет. Я понимаю, просто жалко, что вот он, допустим, единственный, может быть, священник на весь город, который нормально, полноценно крестит и ратует за это. Но вот если ты к нему придешь уже крещеный, он тебя не будет крестить. Не будет, потому что это как печать Антихриста на человеке стоит, не продать, не купить. И здесь такие же, но мы все время били и били, и сейчас здесь этих моченых стали крестить прямо в патриархии. Пока одно место такое, поэтому никогда руки опускать не надо. Надо это трудиться. На Берсеневке, да? А? Это на Берсеневке? Да не, ну на Берсеневке тоже. Это у нас здесь, в Барнауле даже, в Покровском соборе. И уже несколько человек, которые были моченые, священники покрестили. Денег ни копейки. Если нужно будет, я вам просто помогу как человеку. В крещении ни копейки не должно участвовать. Это симония будет. Фальшь, обман, профанация. Меня-то полностью крестили. И в храм меня отец водил. То есть у меня... То есть я и полностью был погружен, и... То есть... Я не был так, что меня крестили, и все, и я в церкви не был. А в детстве меня отец водил, рассказывал, читал. То есть у меня в этом отношении-то, слава Богу, все. А вот жалко просто людей, которые, ну, посмотрели вас и не знают, куда прийти. Куда прийти? У нас приезжают протоиереи, иеромонахи, крестятся и возвращаются на место служить. Русь должна быть крещена, она обманута. Патриарх пускай найдет, чтобы его крестили. Всех епископов покрестите. Все, новая жизнь началась. Евреи сумели новый язык себе сделать? Вернусь. Сумели. Единственная нация за всю мировую историю. Искусственно изменить язык всего народа. Кстати говоря, Игнатий Тихонович, вот по поводу бороды. Я такой факт заметил интересный. Вот вроде отец Александр Мень, но уж какой либерал из либералов, а нашел на старых фотографиях, где он еще не священник в армии с бородой. В армии он не мог быть с бородой. Это он с бородой. В армии не было с бородами. Ну, в пилотке молодой, как? Ну, не знаю. Он вернулся домой, сфотографировался в форме. Я знаю. Ну, это. Ну может быть, тогда не вот. Знаю. Ну, тогда уж совсем для форсу тогда получается. Нет, почему не для форсу? И Солженицын, когда вернулся, и он сфотографировался... Там не фотографировал в лагере, какая у него фуфайка, какой номер, ща-507 там. Это здесь он сделал, но уже вернувшись. Это его фуфайка, его номер. Никакого форсу нету. Но в армии не дали бы. В армии, вот я приехал из армии с бородой. Почему? Потому что меня до этого арестовали, а там бороду не трогали. Я с бородой вышел. А в армии не разрешат. А вот еще такой момент, как вы, интересно, на него посмотрите, насчет бороды. С владыкой Антонием Суржским был интересный такой момент. Он, когда матери сказал, что хочет стать священником, она ему сказала, что только, говорит, бороду, пока я не умру. И что он делать? Пока... Что брить бороду? Бороду не отращивай, пока я не умру. Ничего себе. Вот это да. Вот это мать. Ну и вот смотрите, как бы какой поступок-то он... Как только она умерла, он сразу бороду опустил. Но для него как бы вот отношение с матерью было дороже вот этого формального исполнения. Да не формального. Ну что, ругаться что ли? Это Божье установление. Не сама ли природа учит вас, Павел говорит? Природа высшее рассуждение. А Яну Кронштадтскому почему мать так не сказала? Она говорит, как написано, так и делай. Это другая мать была. А мать куда угодно может довести. Кто отца и мать любит больше, чем меня, не достоин меня. Ему мать сказала. Да мало еще она сказала-то. Она за это отвечать еще должна.
Не, ну я к тому, что он, во-первых, родительское как бы послушание, а во-вторых, он сам-то не был противником бороды, он тут же отрастил, как она умерла. Нет, 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 это вот здесь обман. Вот она умерла, она бы не умерла и еще теперь дальше. Глупости это все. Вот здесь и нужно было противостать, мать. Ты не выше Бога, Бог повелел. И все. Матери борода не нужна, она неверующая была. Верующий этого сказать не может. Это блудодейная ересь. Протопоп Авакум так назвал. Вот она, мать, сказала, да только делов-то она сказала. Отстрани ее от материнства. А что мать слушается вопреки Бога? Нет, кто любит отца или мать больше, чем меня. Кто не возненавидит их, недостойно, не возненавидит, Лука говорит. Надо было возненавидеть и отойти, и все. И пусть она сидит на своих дрожжах. Да, ну ладно, вот у меня еще последний, несколько вот вопросов-то закончились, я последнее хотел только вот сказать. Недавно посмотрел по еврейской теме очень, я у вас читал, очень фильм любопытный 2012 года, называется «Соседи Бога». Он, дело в том, что он не просто фильм о евреях, а он еще и еврейский фильм, его сняли евреи сами. И вот у вас, если будет минутка, вы как-нибудь гляньте его. Как фильм называется? «Соседи Бога». «Соседи Бога»? Да, 2012 год. Ну, я не знаю такого. Вот я знаю «Искупление». Там прямо еврейский квартал в Иерусалиме. Ну я понял там. А там еще этот какой-то грейпфрут покупает-то. Нет, это старый, это «Ушпизин» называется. Ну ладно, а вот если уже об этом говорить, «Искупление», вы видели фильм? «Калвари», да. И «Искупление». Ну, он, да, про ирландского священника. Про какого? Про шотландского священника. Да нет, конечно. Это раввин обратился к Богу, Иуда. А, искупление. Нет, это не видел. Искупление не видел. Для евреев. Евреями поставлено. Ой, хороший фильм какой. Даже забываешь, что это фильм. Братья не уверовали, а он дальше, как он говорил, и как против него были, отец обратился, потом мать обратилась. Очень сильно похоже на мою биографию. Понятно.